Здравствуйте, хотел сказать Катя. Здравствуйте, хотел сказать Руслан. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами передача «Ухты, пухты». Сегодня мы будем рвать в клочья друг друга, и, к сожалению или к счастью, вы это будете видеть, да. И наконец-то я узнал, как выглядит снежный человек. Я увидел Катю слева от себя. Наконец-то мы узнали, как выглядят эльфы Санта-Клауса. Именно вот так. Давайте знакомиться. Давайте. Итак, за моей спиной стоит легендарная команда победителей. Команда «Ухты». Я узнал, кто находится слева, лузеры. И я знаю, кто находится справа, лучшие. И у нас есть девиз. Давайте дадим его. Мы команда просто класс. Трепещите, видя нас. Мы там вас задавим и харизмой обаяем. Молодцы. И вам здравствуйте, дорогая команда. Я просто вся в эльфийских слюнях, знаете, вот как-то все странно получается. Не зря нынче год обезьяны. Кстати, поздравляю вас с прошедшим. Дорогие друзья, давайте красный. Познакомимся с группой настоящих победителей. Команда «Пухты». П – это победа, У – это успех, А – это харизма, Чё? А ты проиграешь. Так вот, где обезьяны. Теперь мы узнали. Сегодня в этой замечательной битве, в которой победит, естественно, команда «Ухты», присутствует один человек, которого мы не видим, но мы все знаем его. Это великолепный и всемогущий судья. Здравствуйте, судья. Обратитесь, пожалуйста, к нам. Я снова рад видеть вас всех в своей студии. Вижу, вы все наполнены энергией и мамиными сырниками. Подозреваю, что борьба сегодня будет мощная. И я не вижу причин ее оттягивать. Виолетта, Вадим, мы ждем вас. Привет всем жителям Одессы, маленьким и большим. Сегодня нас снова ждет борьба двух равных команд. Для начала мы посмотрим, кто круче умеет показывать. Что ребята будут показывать? Ну, конечно же, песни. Победа в раунде будет стоить 200 лайков. Ура! Правило нашего первого конкурса. Угадай мелодию. Мы вызываем из команды оппонента одного участника. Этот участник слушает музыку в наушниках и должен показать своим сокомандникам, что же за песню он слушает. То же самое делает другая команда. Итак, первыми, к сожалению, наверное, вы делаете свой выбор. Я разрешаю вам, команда «Ухты», выбрать человека для того, чтобы он показал и выиграл этот конкурс. Мы позовем сегодня кого? Команда «Ухты»? Иди сюда, Милена. Миленочка, зайчик, давай, моя хорошая, иди сюда. Желаем тебе проиграть. Не слушай их. Проиграть. Не слушай, ты выиграешь, детка, выиграешь. Беда у вас. Угу. И это ты. Ты их беда. Угу. Помолчал бы на месте снежного. Давай человека. Ты вот это. Да. Красивый с бородой? Она сумасшедшая. Она сумасшедшая. Непонимающая. Цветочки. Природа. Что, пейзаж. Лето. Пейзаж. А, весна. Чумаче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 чeč Когда я такое услышала, я сразу пыталась найти. Я вообще не знала, что показывать, а потом цветы и все такое. Я показала на цветы на экране и что чумачечая. Ну что ж, дорогие друзья,
Только что вы сами все видели, мы выиграли. И не важно, что этот человек показывает мне своей кистью. Со мной так никто еще не разговаривал. Да, я так понимаю. Да. Да. Какой-то Рудерман со мной так разговаривал. Он меня заставил говорить со странным акцентом. Итак, дорогие друзья, давайте мы решим, кого мы вызываем на этот конкурс. Видите, свидетель его. Лиза. Лиза, можно тебя, пожалуйста? Поддержим Лизу. Давай! Лизонька. Возьми, пожалуйста. Лиза, ты лучшая, ты сможешь. Подожди, нет, это не та песня. Так подожди, тут ничего стой. Не играет. Нет, ничего не играет. Я просто вечно девушка. Я девушка, я не умею пользоваться ты всякими девушка. Разными команда. Телефонами. Я такая икона. Слышишь, да? Сейчас. Тут проигрыш, да? Подождите. Так, ребят, собрались, Илья, соберись. Проиграй. Побольше вариантов говорить, побольше слов говорить. Окей? Я буду ее оберегать. Поняла, да, что? Поняла, чтобы да? Чтобы вы ее не заразили своим лузерским настроением. Все, можно выключать, да? Аккуратно. Это бантик расстроился просто из-за того, что вы проиграете. Это декорация. Ой. Да, да. Иди сюда. Бантик расстроился. Нет. Танцы. Танцы что-то связано? Танцы. Кто-то танцует и хочет спать, но танцует смотри. До утра. Да! 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 Танец сначала, потом типа позевала, типа утро, и они угадали. Главное найти контакт с людьми, которым ты объясняешь. Мы закончили первый раунд. Руслан, как твое самочувствие? Мое самочувствие отличное, потому что моя команда отгадала песню «Танцы до утра» быстрее, чем ваша. Наша команда отгадала все совершенно ровно, совершенно идентично, как и ваша. Поэтому наши с тобой споры сейчас ни к чему, так как ответ даст высший разум. Итак, высший разум, господин судья, будьте добры, скажите, кто сегодня в первом раунде набрал больше очков? Не сомневаюсь, что это команда. Ух ты! Я официально разрешаю обеим командам быть сумасшедшими и танцевать до утра. Ведь они в первом раунде были просто невероятными. Ухты 200 лайков, у команды Пухты тоже 200 лайков. Во втором раунде надо объяснить слова своему другу. А каждое слово, на секундочку, стоит 50 лайков. Пока команда Пухты находится в режиме проигрыша, мы чествуем свою победу. Правда? Во втором раунде будет, в принципе, все, как и в первом раунде, только абсолютно наоборот. Один из участников команды выйдет к Пепитеру, будет показывать слово, другое же в это время будет пытаться отгадать это слово. Я очень сильно надеюсь, о боги, дайте мне силу принять их проигрыш. Я услышала томный шепот задыхающегося. И, конечно же, без лишних слов могу просто сказать только одно. Дорогие телезрители, вас дезинформировали, ибо мы находимся наравне с командой «Ухты». И сколько бы он ни дергал мою руку, в какую бы сторону, все равно выигрыш сегодня ожидает только одну команду. Итак, команда «Ухты». Что надо сделать? Пожалуйста, выберите участников из нашей команды. Как-то я слишком плохо слышу. Воу-воу-воу! Спасибо. Спокойно. Спасибо. Девочки. Я еду.
нас куча планов. Восклицательный знак. Вика, это что? Победа. Вика, это что? Участник. Нет. Игрок. Есть человек. Наташа, есть Филипп. Что это? Что это? Живое существо. Ну, говорят, в паспорте писать фамилию и... Имя. Чем завязывают... Шнурки руками, руки. Следующее. Что значит следующее? Подожди. Можно, да? Ну вот, когда нету денег и берут... Попрошайничают. Нет, нет, нет. Вот нету денег и взяли, а потом отдали. Как кредит. Нет. Расстрочка. Нет, следующее. Кто написал это слово? Такие домики, которые... Крыши. Давай, я понимаю. Домики такие. Есть грусть, грусть, счастье, что это? Эмоции. Да. Мы идем, ну вот поход, а поход мы что делаем? В лесу идем, бежим, поход несем. И добавить ка. Поход. Молодец. Какая талантливая девочка, давай, Катя. Как бы тебе говорят слово, и ты не понимаешь, что это, и ты уже ругаешься опять-таки на себя, на свой мозг, за то, что ты не можешь вспомнить это слово. В команде были слишком сложные слова. Например, как эволюция, это я не знала, как показать. Надо объяснять, ведь не вот знаешь, что это такое, но не можешь объяснить. Дело в том, что мы хотели бы вызвать из команды «Ух ты!» ребят, кого? Илья и Виолетта, пожалуйста, под бурные аплодисменты no вашей problem. Команды. Come да, on. Да, пожалуйста. Илюха, Виолетта, очка. Есть у телевизора? Антенна, экран. Похож на медведя? Собака. На медведя? Черно-белая. Панда. Молодец. Наша девочка. Есть у машины. 4 колесо. На 4. Колесо. Нет. 4 на 4. Два этих самых. Режу бумагу. Ножницы. Молодец. Есть телевизора. На нем переключаем каналы. Пульт. Молодиночка. Туда мы складываем деньги у женщин. Что? Медленнее, помедленнее. Мы складываем деньги, женщины складывают туда деньги. В сумки носим. Кошелек. Кстати, я услышала здесь подсказку сзади. Я молчу. Да. Ход. Ход, бег. Перейти. Ходьба, переход. Молодчиночка. Еще вот эти слова, наверное, да? Я же сказал, что деление x умножение. Ну похлопайте, да, вы выиграли, да, вы выиграли. Ну было сложно то, что ты можешь неправильно понять слово. Еще время идет, и понимаешь, что нужно быстрее думать, догадывать слова. Сложно было сказать слово, но ты, в принципе, знаешь это слово, но не можешь его сказать, показать. Но однокоренные слова вот это вот объяснить, разжевать, показать, это вот так выматывает. И когда тебя просят делать что-то, можно стать так заикой. Уважаемый судья, с учетом того, что я услышала своим собственным левым ухом,
как минимум одну подсказку со стороны компании в синих кофточках. Комбайн. Они говорили и говорили, и подсказывали, и подсказывали. Я больше ничего говорить не буду, я знаю. Добавить. Нет, не надо перебивать. Я хочу предупредить, что Катя сама сказала левым ухом. Сами понимаете, что она могла услышать левым ухом. У меня оба уха. А замечательно слышит. В обоих ухах у меня жужжит. Так что все хорошо. Уважаемый судья, пожалуйста, огласите весь список победивших сегодня. С болью в сердце я наблюдал за тем, как вы мусорите бумажками в моей студии. В итоге команда «Ухты» намусорила на 300 лайков. А команда «Пухты» на 150 лайков. Это тоже неплохо. Тоже неплохо. Можно порадоваться? Только не плачь. Только не плачь. Не стоит плакать. Зачем? У нас у девочек водостойкая тушь. Мы не плачем. Ой, да. Что это? Ведро еще принеси. Поплачь сам. Счет после второго раунда. У команды «Ухты» 500 лайков. У команды «Пухты» 350 лайков. А у нас крокодил. Но не настоящий, конечно же. Это так раунд называется. Согласитесь, дети – наше будущее. Кто-то хочет стать летчиком и готовится поступить в авиационный. Кто-то хочет быть врачом и собирается в медучилище. Ну а Яша мечтает стать настоящей звездой. Куда же ему податься? Однажды Яша услышал о продюсерском центре StarTime и понял – вот его звездный час. Что же это за волшебное место? Маленькие дети и не очень обучаются в эстрадной школе. За 9 месяцев они получают знания по эстрадному вокалу, актерскому мастерству, сценической речи, тележурналистике, хореографии и психологии. Самые талантливые и способные проходят кастинг и попадают в продвинутую группу. В свободное от занятий время они выступают на концертах и покоряют сердца телезрителей. А на каникулах отдыхают в лагере и катаются на лыжах. А что потом? Можно продолжить обучение, а можно собрать свой коллектив. Запись песен, музыкальные клипы, большие концерты – все как у настоящей звезды. Хотя почему как? Ведь StarTime дает возможность показать себя на международных конкурсах, фестивалях и телепроектах. У каждого есть шанс прославиться на весь мир. Ну что, Яша, готов стать звездой? StarTime исполнит твою мечту. Оглашаем правила следующего нашего раунда. Мы вызываем из вашей команды одного человека, соответственно, ваша команда вызывает из нашей команды тоже одного человека. Ты загадываешь слово, я загадываю слово, и ваша или наша команда отгадывают его. Собственно, это крокодил. Старый добрый крокодил, тогда в 45-м, помнишь? Помню. Ну, конечно же, ты помнишь. В 45-м, 39-м, 2016-м этот крокодил меня преследует. Именно так. Он мой чебурашка, а я крокодил. Все верно. Нет, судя по моим ушам, я чебурашка, но я большой чебурашка. Да. Я слон, Ник. Заметь, это не я сказала. Итак, кого мы вызываем из команды? Алину. Алину, Алиночка, будьте добры, пожалуйста, проследуйте к нам. Вы пожалеете об этом. Алина, идите, идите, это вы пожалеете. Здравия. Услышала? Я переживаю. Я начинаю волноваться. Мы с тобой. Соберись. Говорим. Мы с тобой. Ты. На. Что ты говорила? Ты. Мы. Ну, попробуй показать другое. Покажи другое. Она. Ты. Мы. Он, она. Ты. Ты что-то делаешь. И ты, и ты. И я. Мы вместе будем жить. Мы. Обещает. Обещание было слово. Обещание. Я ничего не придумывала. Это мне дают, это вот судья дает мне такие слова и все. Я старалась показать, ну,
я обещаю. Я хотела сказать, я тебе обещаю, но они никак не могли понять это. Мне было страшно очень. Команда «Пухты», давай ты не будешь расстраиваться и раздвойся. Я постараюсь. Раздвойся и пригласи кого-то из нашей команды. Кого мы приглашаем? Максим. 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 Максим, первый это Максим, давай, Максим. Желаю тебе проиграть. Желаю тебе проиграть. Знаешь что, я твоим такого не говорю. Хорошо. Ага. Желаю тебе проиграть дважды. Я сейчас тебе дважды скажу кое-что. Максим. Слово. Какое слово? А. Давай. Я прямо чувствую запах. Не хочешь играть? Не хочешь? Это со школы отвергли. Отвечать. Тебе нельзя. Я ненавижу. Я не хочу. Я не буду. Ты обиделся? Я обиделся, я плачу. Я ты. Обижен. Я злой. Я плохой. Я расстроен. Я привыкайте. Не хочу, ну вы тоже проиграли. Ты не бесишь. Я тебя. А если вы не играете? Ты мне не нравишься. Не хочу. Вы проиграли. По-другому покажи. Покажи по-другому. Ты. Ты. Какие? Ты хуже меня. Конкурс. Нет, наоборот. Это зависть. Это было слово «зависть». Да. Радует одно. Радует одно. Мне сказали слово «зависть». Я его показывал как мог. Но если бы мне кто-то другой так показал, я бы, наверное, тоже не понял. Радует одно, что это была не твоя идея придумывать подобные слова. Иначе ты бы уже кровоточил. Второе радует, что обе команды проиграли. И обе команды не будут иметь успех в следующем судействе. Итак, господин судья. Третий раунд получился не только страшным по названию, но и очень сложным по выполнению. А как вы думали? Никто не обещал вам, что будет легко. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Очень крутым. А чтобы вы не забыли счет, я вам его напомню. У команды «Ухты» 500 лайков, у команды «Пухты» 350 лайков. А у нас последний раунд. В нем решится судьба игры. Пока команда «Пухты» подсчитывает свои несчастные 350 баллов, и мы, имеющие уже счастье наслаждаться 500 баллами, сообщим вам условия следующего конкурса. В следующем этапе один из участников моей команды будет стоять в наушниках и тем самым ничего не слышит. Другой же будет пытаться ему что-то сказать. И тот, который стоит в наушниках, будет пытаться это разгадать. Пожелаем ему удачи. И, кстати, вы что такие дерзкие? Ну а пока вы пытаетесь понять правила этого конкурса из уст, сказанных Русланом, никто, наверное, не понял, но я не буду рассказывать, потому что это его работа, рассказывать непонятные правила конкурса. Мы бы хотели вызвать на эту битву кого? Даша и Вероника, пожалуйста. Okay. Аплодисменты. Дача. Почему вы не поддерживаете свою команду? Поддерживаем наших. Рынок. Урок. Ухо. Урок. Ухо. Урок. 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 Ухо. Урок. Урок. Укроп. Урок. 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 Угол. Урок. Урок. Дальше. Паштет.
Пакет. Паштет. Пакетный. Паш. Пакет. Паштет. 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 Пакет. Паштет. Паштет. Поет, поет, поет. Да какой поет? Сила. 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 Да. Сарай. 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 Талант. Сарай. 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 Талант. Сарай. Талант. Сарай. Кулек. 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 Что еще там было? Паштет. Паштет. Да! Она видела это слово. Еще 10 секунд. Она видела это слово. Рынок. Рынок. Крыжок. Она видела. Оно валялось там. Крыжок. Кружок. Рынок. Эй, молодцы! Мы все равно молодцы. Ай-дай-дай-дай-дай-дай. Мы все равно выиграли. Я как бы переживала, что Вероника не угадает, что мы проиграем. Но вроде я объяснила, понятно, и Вероника отгадала аж 3 слова. Это было очень сложно, ты стоишь в наушниках, она тебе что-то говорит, и тебе слышится буква Г, Р, Гр, Гр, непонятно что, и я чуть-чуть даже боялась. Понятно, почему им нечего сказать. Все и так предрешено. Команда «Ух ты!» проиграет. Я вообще-то думала, что ты скажешь о том, что нужно вызвать наших ребят, но раз ты не хочешь этого говорить, ребята, будьте добры, сделайте ваш выбор. София и Саша. Аплодисменты. Давайте поддержим наших ребят! Вот так! Пожалуйста, будьте добры, оденьте на них наушники. Последний решающий конкурс, по крайней мере, для нашей команды. Мы уверены в том, что мы выиграем, мы выиграем, мы выиграем, мы выиграем! Да! Итак... Нет, поехали! Витя! Физра! Витя! Ваза! Витя! Физа! Жир! Шина! Жир! Шина! Жир! Широко. Жир. Шира. Миска. 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 Орех. Огурец. Орех. Оли. Орех. Орех. Кукус. Быстрее! Кукушка. Картошка. Да. Кукушка. Окрошка. Да. Кукушка. Кукушка. Да. Салат. Салат. Да. Гиря. Привет. Да. Привет. А, все. Гиря. Рын... Гиря... Сейчас... Витя... Витя... Визра... Витя... Витя... Ваза... Витя... Да, жир... Жи... Жи... Шина... Ж... Жир... Шинка... Да... Миска. Близко. Миска. Целым словом скажи. Миска. Миска. Тихонечко. Блин. Блин. Миска. О! Ха-па-па-па. Ха-па-па-па-ра-ра. Я сначала вообще ничего не понимала, я растерялась, но как-то чудом 3 слова угадала. Он мне говорит, а я ему говорю в ответ, и все неправильно, я его не понимаю, он меня не понимает. Ну, вроде было так ничего сложного, но сложность состояла в том, что надо было именно четко проговорить, чтобы человек понял, даже не слыша того, что я там говорю. Нет времени для грусти, нет времени для грусти. Есть время для того, чтобы услышать наши финальные результаты. Итак, господин судья.
финальном раунде Руслан чуть ли не выпрыгивал из штанов. И его рвение оправдалось. Со счетом 650-500 сегодня побеждает команда «Ухты». Подметили участники моей команды. Сегодня у команды «Ухты» дебют. И мы поздравляем их с тем, что они выиграли. Поздравляем, друзья! Давайте поздравим команду «Ухты». Я могу еще сказать спасибо Господу Богу. Спасибо их родителям. Спасибо их замечательным детским мозгам. Спасибо одышке за то, что Руслан так долго говорил. Сбылось пророчество. Команда «Ухты» будет выигрывать все время теперь. Если у нее буду я. Если одышка не убьет ведущего. Они. Да, дорогие друзья, мы желаем вам всего самого прекрасного. Очень рады, что вы были все это время с нами. И поверьте мне, это еще не конец. Да, Руслан? Конец будет, когда вы проиграете трижды или четырежды. А это только начало. Побыстрее бы отправили его на пенсию. Кстати, объявляется кастинг на нового ведущего. Пенсионного здесь, фонда. Сюда. Да, да, пожалуйста. Друзья, всего хорошего. Давайте попрощаемся. Согласитесь, дети – наше будущее. Кто-то хочет стать летчиком и готовится поступить в авиационный. Кто-то хочет быть врачом и собирается в медучилище. Ну а Яша мечтает стать настоящей звездой. Куда же ему податься? Однажды Яша услышал о продюсерском центре StarTime и понял – вот его звездный час. Что же это за волшебное место? Маленькие дети и не очень обучаются в эстрадной школе. За 9 месяцев они получают знания по эстрадному вокалу, актерскому мастерству, сценической речи, тележурналистике, хореографии и психологии. Самые талантливые и способные проходят кастинг и попадают в продвинутую группу. В свободное от занятий время они выступают на концертах и покоряют сердца телезрителей. А на каникулах отдыхают в лагере и катаются на лыжах. А что потом? Можно продолжить обучение, а можно собрать свой коллектив. Запись песен, музыкальные клипы, большие концерты – все как у настоящей звезды. Хотя почему как? Ведь StarTime дает возможность показать себя на международных конкурсах, фестивалях и телепроектах. У каждого есть шанс прославиться на весь мир. Ну что, Яша, готов стать звездой? StarTime исполнит твою мечту. Ту-ту-ту-ту-ту-р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 у